перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Куценко Гоша. И лучшие люди, но не таланты. Галата не видно. Бежал к Хабану за пивом. Маленький пидор. А кто же передо мной? Ба! Легенда рэпа. Тот, кто пел еще с Пресняковым под сэмплы ретро. Ну, Витя, я не понял, где твой процент с концертов? У тебя дырявый свитшот, да ты уж и сам не целка. Ты алдовый НЦ, как Борис Ельцин. И садист, и рэпер, это как Чикатило, Децл. Один из первых, кто стал батл-рэп-иконой, создал Рики Эф, того самого Колю, да ты сперма-донор. Ну, я не верю в Бога, не крещен даже. Не тру, не молюсь на жопы сестер Кардашин. Не ношу Yeezy Boots, тупо нет денег. Мои Space Jam из картофеля, я Мэтт Дэймон. Но есть чего не отнять, есть ненависть, соревновательный дух, боюмы бессмертные. То, что ты просрал, сделав шаг назад, теперь на The Flow воплощением батла стал Галат. Пиздец, Галат, Горбаш. Извини уже. Это что за высер в вечность? Вован, тебе должно быть стыдно за такие бипы с Млечным. Ну и похуй. Витя был в рэпе отец, но мамку бросил Виктор. Теперь ее идет казах и жид, татаро-монгольская игра. Ты породил их всех, сука, тебе не стыдно. Убей их нахуй, как грозный царь первого класса, сына. Но ты слаб стал. Прикрой срам, брат, твой пост хайпа, это максимум бла-бла-кар. Витя, где рэп? Витя, где стрим? Витя, пиздец, ты на рэп жизнь слил, но... Ну ладно, что там, на самом деле... Это проблема, мне кажется, всех прямых трансляций такой, типа, я пройду стрим, а потом по большому счету-то и говорить не хочется. Очень лень. Ну, рассказывайте, что, как дела. Я буду заниматься тем, что буду просто раздавать баны. Всем здорово. Это, короче, прямая трансляция ловушка. Все, кто пишет гадости, получают просто, блядь, шапалах в лицо. Алейкум салам, брат. А что, как ваши дела, рассказываете, чё, кого? Чисто присели. Пока шашлычка заказал, он едет, поэтому ждем. Тусуемся, так сказать. Посмотрели только что, посмотрел заявку GoKill'а, получил на этот, блядь, нарвать на битах. Получил удовольствие, вот, собственно говоря. Теперь хочу разделить его с вами. Как вам, кстати, мои усы-карандаш? Когда новые клипы, не знаю, мы хотели поехать с кентами из Booking Machine снимать клип в Доминикану. Нас не взяли, к сожалению, не успели сделать визу. Поэтому... Не знаю, придется снимать другие. О, здорово, Артурочка. Да, я снова худой. Пошел в спортзал. Теперь хожу по дорожке. Скоро закажу себе правильное питание. И вот, блядь, будет. Все жестко будет. Ну вот зачем люди пишут гадости? Я не понимаю. Мне, блядь, не очень лень вас всех банить.
закатом разборки, не знаю. С Трипперэдом у меня нет проблем. Понимаешь, батл подбит. Ну да, будет. Массу набрал, переборщил с Гейнером, братан. Очень много углеводов употреблял. Да, у меня двое детей, мальчик и девочка. Воспитываю их сам, поэтому в последнее время музыки стало меньше. Теперь будут в точке, да, если он, блядь, с Краснодара из своего вернется, то я думаю, что будут. Как относишься к Редо? Редо. Он, блядь, псих. Сериал по Ведьмаку запорят стопудово, но я все равно жду. Но я уверен, что будет говно. Но я все равно жду, это такой парадокс российского зрителя, мне кажется. Город какой был лучше за время тура? Не знаю. Именно как город мне понравился Краснодар, потому что там, блядь, тепло. Почему он бросил нашу философскую жизнь? Хороший мем, кстати. Привет. Не знаю, кто ты. Если ты зовешь меня Зая, возможно, у нас с тобой был грандиозный секс. А, привет, Лушпет. Амелия. Чудо мое, если ты будешь въебываться на стримах, я тебя нахуй везде забаню. Серьезно. Как относишься к крему для зубных протезов Корега? Кстати, крайне уважительно, потому что Юля Киви про него панчила где-то там. Заебись. Когда Трил Пила в антихайп возьмут, не знаю. Забились не встретиться. Попить тархуна. Потрещать за судьбу новой школы. Так что все будет нормально. Салам, Дагестан. Короче, пацаны, положняк такой. Хочу, давай в коме с концертом. Но можно. Короче, положняк такой. Я почему вообще решил выйти в прямой эфир? Будем теперь делать так. Официально. Все, кто показывает на фотографиях вот так, полные лохи. Единственный жест, который можно использовать теперь, это вот. Мы возрождаем этот жест. Жест таких гордых представителей человечества, как хардбассеры, серферы и укропы кекс из сериала «Даешь молодежь». Поэтому спамьте в чат вот этот эмоджи. Это круто. Этот жест называется... Не знаю. Еще, блядь, у нас, короче, с Артемом Варабом один аккаунт на Ютьюбе. Я лег спать вчера. Я просыпаюсь, этот пидорас, блядь, насмотрел мне нахуй там 6 роликов комика Долгополова. Я не знаю, кто это, но у меня теперь все рекомендации вот в этой хуйне. Спасибо большое, Артем. Сейчас зубами выбили все нахуй. Алмату, валейкум салам. Кстати, шашлыки что-то мои, блядь, не торопятся. Кстати, да, леща, не знаю. Ну, блин, типа, умеренно, но прикольно. Я смотрел с этим, с монголом выпуск. Ну, типа, нормально. Ничего. Хотя у меня нет ощущения какого-то, блядь, соревновательного, типа я там пиздец за кого-то болею. Просто прикольно, чуваки друг друга по лицу бьют. Где, блядь, моя... Где, сука, еда? Трудно быть жирным. Где в СПБ норм кальян? Не курю кальяны, братан. К счастью. Что с закатом? С каким закатом? Ну, маски с Конского, где тебя можно увидеть? В ближайшее время меня можно увидеть дома. О, здорово, Межган. Кстати, мне нужно, чтобы вы... Хотя нет, я хотел, чтобы вы оценили мой новый панчлайн, но тут
на стримах замечены воры в панчлайнах, типа Миша Джигли. Поэтому нет, я не буду ничего представлять. Все услышите, когда услышите. Знаете, я как-то раз, короче, был в Москве, мы приезжали снимать для ТНТ кое-что. И, короче, жили, нам сняли хату трехкомнатную, мы жили втроем. Я, Дима Шума, Дима Корифей. Мы что-то там с чуваками сидели на кухне, выпивали. Дима Корифей надел рубашку. Я такой: Димон, ты куда? Он говорит: я иду келыч шабить. Я такой: базар ноль. И мы что-то угорели дико с этого, начали трубить такие: ха, келыч, келыч, блядь. Смешно. И Дима Корифей, значит, в этой своей рубашке, блядь, клубной, открывает дверь, такой: так, много не пиздите. И уходит, короче, шмалять келыч. Братан, принеси вот, если ты несешь мою еду, неси ее, пожалуйста, быстрее, потому что очень хочется есть. Заебало, реально. Ёпта. Когда батл? Батлов больше не будет. Все. Батл — это зашквар теперь. Но какой-нибудь бенгер летом будет. Новый бенгер, крутой. Называется «Я не ты». Я его написал на бесплатный бит с Ютуба. Так что... Стура срубил, ну, 1,2 миллиона, наверное, где-то так. Нормально, чисто. На ход ноги хватает. Шашлык, блядь, усадьба называется или как-то так. Сейчас концерты съебал, потому что хотелось отдохнуть. Провести время с толком. Посмотреть видосы этого, блядь. Тёма Флекса. Да, братан, когда ты зарабатываешь по 3-4 миллиона в месяц, можно быть охуевшим, я считаю. О, Фитпро был неожиданным. Кстати, странно, учитывая, сколько мы с ним тусовались вместе, мне казалось, что это достаточно явно. Боишься на кафе? Ну, я в Питере живу, типа, поэтому я пойду скорее. У тебя много проблем? Ну так, как мне кажется, у всех людей. Как намекнуть бабе, что ты ее любишь? Взять ее за руку — нормальная тема. Славчанский, Слава уехал в Тай, опять к своим кентам. Подпишись на одного чела. Не, не буду, нахуй меня. Вот, типа, я подпишусь на него, мне придется его посты в ленте смотреть. Мне и так хватает. Ну реально, блин, дохуя всяких. Чем шашлык? Слушай, там свиной шашлык, хачапури, водичка какая-то еще, такая всякая фигня. Спасибо. Самый популярный рэпер в панчлайнах на ФБ4 тебя только так форсили. Ну да, типа, прикольно, наверное. Может ли быть реализовано в будущем батл на ТНТ? Ну, братан, вот ты спрашиваешь, вот чувак, который спрашивает, сколько ты в месяц рубишь, вот честно, тебе не все равно, правда. Вот. А насчет ТНТ, слушай, ну они присылали какие-то там, типа, демочки. В принципе, наверное, ну, могло было бы быть. Учитывая сейчас эту высокую интеграцию чуваков с телевидения на YouTube, мне кажется, что можно было бы что-то сделать. Чем ты постриг свой хвостик? Ты что, меня заебал этот мусорный мешок на голове? Спасибо. Я рожден для этого дерьма, будто я цыган. Кого из ноунеймов посоветуешь послушать? Не знаю, Big Baby Tape, типа, уже не такой ноунейм. Илью Плавника послушай, крутой рэпер. Слушай, косичек, наверное, больше не будет, потому что, блядь, ну, из этого вот нахуй каши не сваришь. Шел бы к Дадиру. Ну, кстати, да, я бы сходил. Хули нет. Тебе кто-то дает из баб? Слушай, из баб обычно нет. О! Слушай, ну вот я в 8 утра лег спать. И что-то как-то не очень. Пам-парам-папам. Да. Доставка. Эх.
Давайте больше сюда. Нихуя. Ну, можете написать, что еда начинается с там 20 минуты. Такс. Ну, блядь, давайте посмотрим. О, охуенно. Охуенно, просто заебись. Что-то я растолстел, ну, естественно. Я же жирный. Братан, я сижу дома, играю в приставку, ем и трахаюсь. Поэтому можно и растолстеть, мне кажется. Короче, блядь, давайте посмотрим, что нам привезли. По национальности я цыган. Наверное. О, бумажка. На бумажке почему-то написаны какие-то гадости в мой адрес. Но это похуй. Так, это у нас, блядь, наверное, хачапури. По-мигрельски. Давайте посмотрим. Ну, блядь. Хуй знает. В магазине видел такую хуйню. Ладно. А, блядь. Я тебя очень люблю, но ты очень растолстел. Ну, братан, если ты любишь меня исключительно за вес какой-то, по таким критериям, то сори. Так, давайте посмотрим. Это, блядь, свиной шашлык, я полагаю. Комплектация, конечно, полная хуйня. Ничего не скажешь. Это жижа какая-то, блядь, для шашлыка. Тут у нас что? Морс. Ну, бутыль солидная. Сразу видно. Люди разбираются в запивке. Блядь. Это какой-то, блядь, ебаный тормозок с оливками. Спасибо, мне очень приятно. По бабкам, слушай, ну, рублей 600. Оливу, кстати, нормально напихали. Нихуя не скажешь. Кстати, к Обломову, да, можно было бы залететь, но он меня не зовет. Вот, канапешки, красивые, крайне. Эстетика просто вот этих, блядь, мусорных пакетов на высшем уровне. Ладно, давайте посмотрим, что там. Температура, блядь. Ну, нормальная. Температура нехуевая. Давайте посмотрим, что нам приехало. Заебись. Вместо, блядь, свиного шашлыка приехал кусок фольги. Нехуево. Здорово. Вот питерские доставки так работают. Футбол не смотрю. Тут какое-то еще тоже совокупление с луком. Ну, нихуево. Я игнорирую всех, братан, не только тебя. Да, я оливки, кстати, люблю. О, ну охуеть. 4 кусочка шашлыка. Живем, блядь. Сходим на кухню за вилочкой. Антифайб нищий. О, заебись. Заболейте нахуй. Шашлыка, да, не дохуя, я бы сказал. Спасибо за пожелание, приятного аппетита. Так, блядь, ну давайте нахуй. Шашлычка, так сказать. Потому что у нас не профессиональное кулинарное шоу, мы больше опираемся на ощущения. Охуенно. Ах, блять, просто заебись. Просто упаковали как Березовского в гроб, я хуй знает. Что это, блять, такое? Нет, я живу на своей хате, потому что если бы я устроил такой срач в съемной квартире, мне кажется, на меня бы жаловались. Спасибо, нет, Лигу чемпионов не смотрю. Я смотрю вот это. Так, ну давайте попробуем. Нихуёво, свиной шашлык. Видно, что это была реальная свинья, а не какая-то феминистка.
неплохо. На удивление, на вкус прям нормальный шашлычок. Угу. Угу. Спасибо, друзья. Да, запах дымка какой-то имеется. Ну, такой очень символический. По степени балдежа, ну, троечка. Потому что он достаточно теплый. Ну, Андрей Андреевич, что ты думаешь за этот шашлычок? Какой профит? У тебя город профили, твой город плей, Жене пристроишь в офис. Витя играет в онлайне в карты. У меня зеленые глаза. Спасибо за оценку шашлыка, Андрей. Кстати, чуваки, вы больше любите оливки или маслины? Пишите. Я заказал себе полный бак оливок. В принципе, неплохо. Рост 195 сантиметров. Вес идеальный. Пропорции, я бы сказал, блять, Штирлица в лучшие годы. Если здесь сидит какой-то человек с паблика Рэп Перископ, очень настоятельно советую, чтобы эта трансляция называлась «Букер де Фред обожался шашлыка». Он чем и такое. К Чене охуенно отношусь. Чене – это круто. Да, морсик надо попробовать. Конечно, вкусненько, но кое-чего не хватает. А для того, чтобы вкусно перекусить, сейчас, одну секунду, я переписываюсь с Министерством культуры, лично с Мединским. Все, вот он мне выслал, что нужно. Вот теперь повкуснее будет. Давайте. Во! Другое дело. Мне кажется, клип на песню «Эй, гайз, ЛЖ» должен вот так выглядеть. Ну что, у вас какие новости вообще? Ну, кстати, достаточно вкусно. Да. Новый тур осенью. Саратов, возможно, тоже осенью будет. Удачи на экзамене, братан. Фиджигли скоро. О! Мой любимый хлеб. Вот, скажите, кто лучше живет? Вот этот человек в дурке, блядь. Или вот мы с вами, которые сидят, кушают, кайфуют. Блядь, у меня есть такое ощущение, что если я, короче, не напишу следующий альбом каким-то объективно гениальным, то я, блядь, буду делать контент по типу Русика Гительмана. Угостить вас не могу, потому что заказал на себя одного, извините. Бля, облако, конечно, жесткий пиздец. Вот, я думаю о том, что вот есть Обла, а он крутой парень, он снимается в клипах там. Да, покупает сумку Гаярд. Но вот может ли он позволить себе снимать в трансляции, как он шашлыки ест? Не думаю. Я вот могу вообще себе что угодно позволить. Могу, знаете, вот так вот сделать, например. И вы мне ничего не скажете. Вот что вы мне сделаете? Отпишитесь? Ну, отписывайтесь. А я вот буду сидеть, слушать восхитительную музыку. Обожаю Джуба. Ах, охуенно вообще. Да, чё, Никитос, давай, скажи им. Чё, кушать будете?
Да... Бля, гениально вообще. Никтос. Будешь шашлык? Джоб. Жрать будешь? Ну давай уже кусай. Давай, давай. А, что за аутичные приколы? Можете скринить, это гениально, по-моему. Да. А, сука. Я дохуя денег получаю, братан. Это самое ужасное. Что такой человек... Да я трезвый, на самом деле. Просто это ж крайне смешно, реально. Джубу сувать, шашлыка. Ну, Никитос, что ты точно не будешь есть? Никитос, нет. Ну, ладно. Короче, как мы выяснили, Никита шашлык не будет, поэтому я его сам съем, ладно. Да, рука устала. Спасибо. Суши не особо, кстати. Предпочитаю более традиционные развлечения. Лапту. Слушайте, как вы думаете, вопрос такой, а будет ли Генри Кефф кушать маслинку, если я ему предложу, как думаете? Давайте попробуем. Слушай, Ген, будешь? Сука, жди, ебало смешно. Такой, типа, хуй знает. Гендос, угощайся, чё ты? Это маслина, это вкусно. А? Гена. Заебал. Фитонис зиппа. Блядь, зиппа обязательно фитоном. Давай, чё вы? Ну? Да хватит сальтухи крутить, угощайтесь. Давай, Гендос. Давай, Гена. Чё, Гендос, будешь танцевать за маслину? Будешь за маслину танцевать, Ген? Бля, охуенно. Вкусная я жратва. Мне кажется, я просто новый формат придумал. YouTube роликов. Чисто еду прикладывать. О, кто это такой? Не знаю. Такс. Лиза Анохина. Кто такая Лиза Анохина? Хуй его знает. Короче, ладно, качественные видео кончились. Я не вижу ни, блядь, ни одного влога Моргенштерна, поэтому... Ах, заебись. Охуенно, еще и с субтитрами, еее. Заебись, вот чисто поел шашлыка, можно отдохнуть. Не, хуй. Будете смотреть то, что я хочу, а я хочу вот эту хуйню смотреть. Бля, мне очень приятно было бы, если мне кто-то сказал, что там мы с тобой четкие. Это же охуенно. Короче, все, полная хуйня. Делать больше нечего, пацаки. Короче, на самом деле, я наелся шашлыка, больше мне сказать нечего. Поэтому я рассчитывал просто, что на этой трансе я буду какую-то информацию доносить, но никакой четкой информации у нас нет. Ну, если вкратце. По делу я пишу альбом второй. И он будет, мне кажется, разительно отличаться, как всегда. Все так говорят, что следующий альбом будет отличаться от предыдущего. Но этот, походу, реально будет отличаться от предыдущего, пиздец как. Будут клипы, будет всякая хуйня. Не знаю. В общем, оставайтесь на связи, всех был рад видеть. Слава России. Бля.